Приветик, зрители канала Компьютерщик, я Штукенция. В этом видео я вам покажу, как сделать так, чтобы ваш стилус Lenovo Active Pen 2 никогда не сломался и никогда не перестал писать на вашем экране и, в общем, вел себя прекрасно. А если вдруг он у вас глючит или что-то там плохо работает, то посмотрите это видео, и вы сразу же его почините. В общем, я заметила на многих англоязычных ресурсах, что люди пишут: вот я там, ну, как обычно, ставил там батарейки, только начал работать стилусом, и через какое-то время он у меня, ну, глючит, типа ноутбук его не видит, или экран плохо работает, или, ну, короче, как будто типа сломался, его даже сдают, думают, что это брак какой-то и так далее. В чем фишка? Фишка в том, что здесь есть две части у этого, ну, этой ручки, как бы основная часть, сюда вставляется батареечка, и задняя часть — крышечка. На этой крышечке есть пружинка. Если вы посмотрите, то эта пружинка очень коротенькая. И эта пружинка, собственно, ну, придавливает батарейку. В чем фишка? Эта пружинка, ее не всегда хватает для того, чтобы хорошо придавить вашу батареечку. Поэтому просто попробуйте, если у вас, например, стилус как бы не очень классно работает, возьмите пружинку, ну, такую обычную пружинку из ручки, в любой шариковой ручке есть такая пружинка, просто ее достаете и кусочек от нее отрезаете, ну, там, типа, ну, сантиметрик или даже чуть меньше. Вот так вот отрезаете небольшой кусочек от этой пружиночки, ну, вот такой, например, да? И просто тупо вкручиваете ее в эту пружинку. Оп! Нужно кусачки взять. Та-дам! Берем инструмент правильный, называется кусачки, и откусываем. Оп. После того, как вы это сделали, я фокусе, в общем, вам нужно вот эту вот пружинку вкрутить вот в эту вот пружинку, и тогда все будет замечательно. У меня вот такой, типа, сантиметрик пружинки. Как проще всего, если вы впервые это делаете, проще всего так вот брать кусачку, там закусывать где-то и дальше покачивать туда-сюда, как бы так вот отламывая, знаете, оно так лучше всего получается. Вот, и мы теперь просто берем, вкручиваем одну пружинку в другую, вот так вот, и тем самым их, в общем, соединяем. И в итоге у вас вместо коротенькой пружинки вдруг образуется длинненькая, что, собственно, то, что надо. И теперь эта длинненькая будет отличным образом прижимать батарею, потому что по факту это все из-за того, что батарея отходит. Вот, теперь у вас длинная пружинка, ничего отходить не будет. Вот таким простым образом, ничего не надо никуда отсылать, не надо мучиться и бегать. Таким образом, классненьким, быстреньким вы починили ваш стилус. Та-да-да-дам! Расскажите, ломался ли у вас стилус, помог ли вам этот лайфхак. Буду рада прочитать ваши комментарии. А я пойду рисовать.